Так съезд Симферопольского шоссе возле дома номер 27 выглядел в конце июня. По обращению местных жителей, наша съемочная группа приезжала сюда, чтобы самостоятельно убедиться. Проезжая часть действительно превратилась в свалку. Люди говорили, что сюда регулярно приезжали грузовые машины и сбрасывали строительные отходы, и не только. Сотрудники Госавтотехнадзора нарушения зафиксировали, выписали собственнику земли штраф и обязали очистить территорию до 22 июля. Каждый собственник должен следить за своим участком. И это всем я могу сказать, жителям Ленинского района, и всем предпринимателям, и всем юридическим лицам, у кого в собственности находятся земельные участки. За ними надо следить. И вот смотрите, засыпано там было какой объем большой. Ведь в том репортаже вы все видели, какой был большой объем. Но собственник, было, которое выдано предписание, он все выполнил. Администрация и Госавтотехнадзор работает. Как оказалось, собственник участка, а это крупная строительная компания, о ситуации впервые услышал от Госавтотехнадзора и сотрудников администрации Ленинского городского округа. К мусору на проезжей части отношения он не имеет, однако очистить территорию не отказался. Выехали на место, масштаб бедствия оценили и сразу нам определили сроки, что до 10-15 июля свалка будет ликвидирована и въезд на нее, на территорию, на земельный участок ограничен. После этого вот мы проконтролировали, увидели, что действительно работы проведены. Только вот складывается впечатление, что участок не очистили от мусора, а просто засыпали землей. На самом деле никто его не засыпал, просто есть такое понятие еще, как рекультивация участка, да? То есть необходимо было снять слой вместе с отходами, вывести, ну, естественно, его отсыпать в почвенный грунт и привести в соответствие. Переговоры с собственником продолжаются. Сотрудники администрации Ленинского городского округа просят его до конца зачистить имеющийся мусор и, быть может, в будущем поставить бетонное ограждение, чтобы наверняка ограничить въезд несовестливых граждан. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.